«Молодежь Севера» берет паузу. Само объявление о приостановке наносит уже серьезнейший репутационный удар. Старейшая газета уходит в интернет. В год 95-летия коми-печати такое нельзя было допустить. Это не первоапрельская шутка. То, что сделало руководство газеты, это преступление. Читатели испытали шок. Я уверен, что она не уходит в небытие. Как сохранить достояние республики? Смотрите репортерскую историю «Медиа-ликвидация» 11 апреля в 20:00.